В Беларуси задержан гражданин Таджикистана. Внедрение российской культуры в Узбекистане. Афганистан – полигон для американских испытаний. пропуска не только Белорусская сторона подтвердила факт задержания в Минске гражданина Таджикистана Паравиза Турсунова. По информации, телеграфное агентство Белта, официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Бурилев подтвердил факт задержания в Минском аэропорту гражданина Таджикистана, в отношении которого таджикскими властями было сфабриковано уголовное дело по обвинению в экстремизме. Мужчина был задержан 18 сентября в аэропорту сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. На следующий день, 19 сентября, заместитель Минского транспортного прокурора применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции. В настоящее время гражданин Таджикистана находится в следственном изоляторе номер один города Минск в Белорусском надзорном ведомстве ожидают поступления экстрадиционных документов из Генпрокуратуры Таджикистана. Речь идет о 43-летнем Парвизе Турсунове, бывшем игроке футбольной команды «Хайр» из города Вахдата. Несколько лет назад Парвиз Турсунов ушел из команды, когда ему предложили сбрить бороду. После ухода из команды он вместе с семьей проживал и работал в Дубае и Турции. В Таджикистане в отношении Парвиза Турсунова возбуждено уголовное дело по статье 307, часть 1 «Массовые призывы к экстремизму» у КРТ. Власть Таджикистана используют всякими методами, чтобы арестовать, там, давить народа, на мыслящих. Узбекистан намерен использовать опыт Советского Союза при обучении русскому языку, сообщает сайт Московского дома соотечественника. По информации заместителя руководителя Московского дома соотечественника Юрия Каплуна, в годы существования СССР ежегодно до полутысячи представителей Узбекистана поступали на филологические факультеты в России. Юрий Каплун напомнил, что эти группы носили название ⁇ Русский язык ⁇ в национальной школе теперь в Узбекистане намерена вернуться к прошлому опыту. Этот вопрос обсуждался в ходе семинара, прошедшего в эти дни в Ташкенте и посвященного повышению квалификации учителей русского языка. Конференция состоялась в первый раз за последнюю четверть века. Ее участниками стали 110 преподавателей русского языка из школ, колледжей и вузов Ташкента и близлежащих городов Узбекистана. Главная организация, активно работающая над распространением русского языка и российской культуры в Центральной Азии, «Русский мир», ранее сообщала, что в Министерстве образования Узбекистана предложили создать Центр русского языка, который станет центром распространения российской культуры в стране. В вузах Узбекистана вновь вводится пятибальная система оценки знаний студентов. Соответствующий документ был подписан Министерством юстиции Узбекистана. Наблюдатели отмечают, что данная система оценки и знаний существовала в Советском Союзе и ныне существует в российских учебных заведениях. По мнению независимых наблюдателей, все эти факты свидетельствуют о наличии у режима Мерзияева курса на сближение с Россией, как минимум в культурном плане, что является крайне опасной тенденцией для сохранения идентичности народа Узбекистана. Американские военные провели очередное испытание истребителя пятого поколения – F-35B на народе Афганистана. F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Министерстве обороны Соединенных Штатов. По информации телеканала, американская авиация в Афганистане атаковала цели движения «Талибан» в последние 24 часа. Данная модификация F-35B Разработана для корпуса морской пехоты США и приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса Эссекс. Эксперты отмечают, что за последние 30 лет афганский народ стал реальным человеческим полигоном, где каждая страна, начиная с Советского Союза и заканчивая западными странами, проводит эксперименты своего оружия на афганском народе. Напомним, что в 2017 году Америка сбросила самую крупную бомбу в истории человечества под названием «Мать всех бомб», вес которой достигал 8400 килограммов.